Всем привет! Продолжаем смотреть картины известных художников. Фёдор Степанович Рокотов. Портрет Варвары Николаевны Суровцевой. Вторая половина 1780-х годов. Масло, холст 67,5 на 52. Размер. На обороте холста надпись «Варвара Николаевна Суровцева». Сестра Екатерины Николаевны Пашковой. Поступила от Танева в 17 году в Государственный русский музей. Я воспроизвожу статью искусствоведа Михайловой Киры Владимировны к этому портрету. 70-е и 80-е годы 18 века – время наивысшего подъема творчества Рокотова, оставившего к этому времени службу в Академии художеств и переселившегося в Москву. Искусство его становится сложнее и глубже. В его портретных работах возникает тот неповторимый рокотовский тип, к которому художник возвращается снова и снова. Особо надавались ему женские образы. Среди них один из самых выразительных – портрет Варвары Николаевны Суровцевой. Но, к сожалению, мы ничего не знаем о персонаже портрета, кроме имени, которое сохранила старинная надпись на обороте холста. Но созданный Рокотовым портрет воскрешает для нас образ женщины удивительной душевной мягкости, чувство собственного достоинства, соединяется в ней с естественностью и скромностью. Бледная, с неправильными чертами, но миловидное и живое лицо дышит женственностью. Загадочный взгляд удлиненных глаз и легкая таинственная улыбка выражает изменчивую сложность душевного мира. В моделях рокотовских портретов, и это особенно применимо к Суровцевой, благородная сдержанность натуры, затаенность эмоциональных движений и как будто бы умышленно, не до конца раскрываемая художником, глубина человеческой личности. Сохранились интересные свидетельства, раскрывающие метод работы Рокотова. Их приводит молодой художник Мерзлюкин, портрет которого писал художник. В своих письмах он рассказывает, что Рокотов работал над каждым портретом не меньше месяца. Натурные сеансы устраивались им приблизительно раз в неделю. В промежутках между сеансами должны были подсохнуть нанесенные ранее краски. Художник несколько раз накладывал по сухому тонкие слои прозрачной краски. Это было характерное для живописи 18 века системы Лессерова. Отдельно часто различимые по цвету живописные слои просвечивали через друг друга и создавали ту мягкую, гладкую по фактуре, иногда светящуюся, иногда фарфоровую поверхность, по которой узнаются старые портреты. Ну вот, пожалуй, и все о портрете Варвары Николаевны Суровцевой, выполненной художником Федором Степановичем Рокотовым. Я зачитывал статью искусствоведа Михайловой Киры Владимировны к этому портрету. Все, всем пока, всем привет, до свидания.